Одиннадцатиклассницы Мария Шуткова и Александра Судакова приняли участие в конкурсе инженерного творчества «По следам Жюль Верна» в рамках проекта «Школа Росатома». Финал проходил с 26 по 28 февраля в городе Железногорск Красноярского края. Задача для девочек была спроектировать и изготовить механическую деталь с помощью 3D-принтера, с чем они отлично справились и заняли третье место.